Всем большой привет, мои хорошие! Кто не знает, меня зовут Таня, и, кстати, обязательно улыбнись, потому что ты самая красивая. Итак, девчонки, сегодня я подготовила для вас самую долгожданную тренировку, мне кажется, этого месяца, потому что мне, наверное, человек 10 точно написали, что хотят тренировку на руки, и я, конечно же, ее для вас сегодня сняла. В сегодняшней нашей тренировке на ручки у нас будет 10 упражнений. Между этими упражнениями у нас не будет отдыха, и каждое упражнение будет длиться по 45 секунд. И я рекомендую сделать эти 10 упражнений, затем отдохнуть минутку-две, попить водичку и снова начать делать круг. То есть можно сделать 2-3 круга, и в принципе этого будет достаточно. Все сегодняшние упражнения я буду показывать и выполнять без какого-либо инвентаря, потому что у меня его просто нет. Но если у вас есть какие-то гантели, либо же даже утяжелители, вы, конечно же, можете их использовать, и это будет дополнительная вам нагрузка. Также, кстати, вы можете использовать бутылки, например, по 0,5, либо же по 0,7. Но у меня нету даже бутылок, поэтому ничего страшного, если у вас их тоже нет. Эта тренировка также будет очень эффективная, просто сделайте на один подход больше. Но если же вы будете выполнять тренировку с каким-то инвентарем, то вам будет достаточно 1-2 круга. Но если ты готова, то я предлагаю не затягивать, переодевайся и поехали заниматься. I will be the light in your life, you'll see clear.
Don't leave me here.